ассортимент велосипедных шлемов разнообразен. Шлем защищает голову велосипедиста при падении. Голову защитит шлем, который правильно надет, не имеет повреждений и подходит велосипедисту по размеру. Шлем следует беречь от падений. После аварии шлем следует заменить, так как он больше не может должным образом защищать голову. Качественный шлем имеет внутри маркировку CEEN-1078. Качественный шлем легок, регулируется и имеет хорошую вентиляцию. Чем легче шлем, тем он, как правило, удобнее. Возможность регулировки позволяет подогнать шлем точно по размеру головы велосипедиста. Выбирая новый шлем, следует подумать, по какой местности вы чаще всего ездите. На улицах мы чаще всего видим шлемы для езды на внедорожных и трюковых велосипедах. Шлемы для езды на внедорожных велосипедах легче и имеют лучшую вентиляцию. Шлемы для трюковых велосипедов при падении лучше всего защищают затылок и имеют несколько более прочное покрытие. Перед покупкой шлема рекомендуется его примерить, чтобы понять, как он сидит на голове, можно ли отрегулировать его до нужного размера и удобно ли будет его носить. Шлем хорошо сидит на голове и правильно отрегулирован, если он не падает при наклоне головы с расстегнутыми ремнями. Чтобы найти правильное положение шлема при подгонке, можно приложить два пальца между бровями и шлемом. Далее следует убедиться, что ремни возле уха хорошо натянуты и образуют под ухом латинскую букву «V». Застежка под подбородком должна располагаться чуть сбоку. Расстояние между застегнутым ремнем и подбородком должно составлять 1-2 пальца. Надевая шлем, нельзя оставлять под ним плотную шапку или бейсболку, так как в этом случае невозможно правильно подогнать шлем под размер головы. В прохладную погоду под шлем можно надеть спортивную шапочку или баф. Для велосипедистов в возрасте до 16 лет использование шлема обязательно.